Всем доброго вечера, уважаемые дамы и господа. StarLadder рад приветствовать вас вновь на квалификациях Южной Америки на канале под номером 4. Совсем небольшая пауза у нас была, и мы вновь готовы радовать вас качественной дотой, комментировать для вас сегодня полуфинал и финал, ну или финал, нижние сетки и финал будут Ланигира и Ice Nice. Да, ну что ж, друзья, всем добрый вечер. У нас впереди Best of 3 и Best of 5. И на этом, по сути, квалификации на третью серию Major и Minor будут завершаться. Там отдельно еще, конечно, китайские, которые несколько подзадерживаются. Ну да, именно Южная Америка действительно, да, тут будет сейчас уже заканчивать свои выступления. Бетрайдер Манки Кинг, команда No Pink Esports, которые играют за силы света. В свою очередь, Snapfire Slark для Pain Gaming, которые за силы тьмы играют. Интересно. Сразу пошли по сигнатурочкам, которые пикают команды, в частности, Медуза Марс у Пейнов. Ласселер, ну это скорее общий бан. То же самое, что во второй стадии уже Блудсикер отправляется. Ну, на самом деле, Snapfire очень популярна нынче, Бетрайдер очень популярен нынче, Monkey King Slark тоже невероятно часто попадают к нам в поле зрения. Из банов тут ничего любопытного тоже особо не отметишь, видено нами все не раз и не два. То есть такими пока крепким началом хотят нас порадовать коллективы. Посмотрим, успели ли они извлечь какие-то уроки из вчерашнего дня, поскольку и No Pink, и Pain проигрывали своим оппонентам хотя бы разочек. Так что нужно собраться сейчас и последний рывок сделать к финалу. Ну, с учетом того, что No Pink избрали тактику на данной квалификации играть очень агрессивно, да, где-то у них происходят закидоны, но в целом, я думаю, что все 5 карт, которые они отыграли за вчерашний день, выдали очень хорошо. Ну и посмотрим, насколько хорошо они готовы к Pain Gaming, потому что... Ну, я даже не знаю. С одной стороны, мне кажется, что все-таки Pain Gaming несколько более... хороши. Несколько более хороши. Пока что вот такое вот у меня, не знаю, какое-то странное предчувствие, что, возможно, именно они, собственно, и будут нас побеждать. Но предчувствие — это, конечно, все замечательно и хорошо, но можно посмотреть не только предчувствие, а еще и коэффициенты от друзей из приматч. И увидеть там 1.7 на Pain и 2.08 на No Pink. То есть как-то приматч согласны немножко со мной в этом плане. Ну да. Наверное, здесь в этот раз я тоже с ним соглашусь, в отличие от выставленных ими кайфами на Pain и Фурию. Ну и по банам. Из-за любопытного, есть ли что-то у нас. Виномансер не самый очевидный вариант, кстати. Хотя против Бетрайдера можно его замедлить, тот ничего не сможет сделать. Против Манки Кинга, чтобы тот тоже не догонял. Может быть. Ну сейчас что раскрывать, тройку или четверку или что там? А, пятерку, скорее всего. Хотя тут, знаешь, смешано. Бетрайдер, Рубик, непонятно, кто из них саппорт, четверка, пятерка. Ну я думаю, что Бетрайдер все-таки. Хотя я видел и Бетрайдера пятерку тоже, и четверку видел, и тройку видел. Против Сларкова стоит. Да, всяких Бетрайдеров я встречал. И на профессиональной сцене, и где только их не видел. Ну главное, я говорю, условие, чтобы Бетрайдер не стал против Сларка на лайн. Ну, будут свапать, я думаю, в случае чего. То есть, если так окажется, что Бетрайдер окажется против Сларка, его просто переместят. Вполне. Ничего не помешает, правда, и Сларку, если тот захочет переместиться. Ну да, посмотрим. Snapfire пока мне здесь нравится тем, что, в принципе, герой, который часто отлетает в бане в первой стадии, тут как-то случилось так, что пропустили его. При этом Висп решил заглянуть как раз в первую стадию банов пошли тоже. Пошли по более серьезным героям, которые решали и во вчерашних, в частности, да и не только встреч. Слардар. Один из самых популярных нынче хардлейнеров, да и, в принципе, наверное, один из самых успешных нынче хардлейнеров. Часто этот персонаж был нами виден, часто он... очень хорошо по карте действовал. Здесь Сларк, который может разгоняться, будет под минус армором от Слардара, конечно, наваливать очень много. Ну, непосредственно в группе, эти команды, имеются в виду квалификации на мейджор, тоже пересекались. Тогда сыграли они 1-1. А еще ранее до этого, там в одном из турниров до квалификации, ну, Пинк сыграли с Пейнами 2-0, но, как там подсказывали, были замены, видимо, у Пейнов в той встрече, где No Pink выиграли 2-0 7 февраля.
Поэтому мы, наверное, в расчет брать не будем. Но все равно то, что NoPink не слабая команда, это 100%. Здесь пока любопытно, на самом деле, чем контролить Сларка. Потому что единственное, на что Сларк может не успеть среагировать, это телекинез Рубика. Или палка от Манки Кинга с дерева. На влет Бэтрайдера, на врыв Бестмастера ты все время успеешь клацнуть все-таки кнопочку. Да вообще как бы NoPink свою макаку подставляет. И реально Бэтрайдер, Бист как бы в одной команде с МК. Мне кажется, проблем будет у этого МК. Посмотрим. Пока на самом деле нет какого-то большого контроля от Pain Gaming. То есть и под Snapfire хочется какой-то длительный дизейбл. Тут, в принципе, пока есть Паун Сларка, конечно, в этом плане. Но хочется что-то помасштабнее, наверное. И да, так, чтобы... Мне кажется, она накидывает печеньку на селедку. Селедку дает свой стан, еще и пассивно бьет. И в целом это достаточно, ну, долгий контроль, по-моему, от селедки будет. Это в плане лейнинга. Я в плане командных сражений, когда Snapfire где-то подальше стоит и хочет раскастовать, ну, full ультимейт. Там Чен, глядишь, крип приведет каких-нибудь хороших. Ну, я думаю, пейнов с контролем нету проседаний даже в масс-файтах. Ну, в целом, да. От NoPink, где там лосо это соло-контроль, рор это соло-контроль. Да, палка, там телекинез, рубик, это хоть что-то. Плюс. Нет, ну как раз я бы тут сказал наоборот, что у тебя есть куча вот этих соло-контролей, но они невероятно длительные. То есть лосо Бэтрайдера длится вечность, телекинез Рубика, когда он Арканцу Примуси выкачивает, длится вечность, рор тоже. То есть я не удивлюсь, если мы увидим какого-то от Pain Gaming Сларка через статус Resistance попытки выйти. Что делать с Ченом? Бэтрайдеру, Манки Кингу? Ну ладно, на самом деле у NoPink есть контроль на крипов Чена, и тут, может быть, я сам на свой вопрос отвечу. Пока что у нас получается? Пока у нас что там нет мидеров. Из полезных мидеров кто здесь остался не в банах? Пока Разор не в бане, инвокера подбанили, Темпларочка, которая в теории, кстати, могла бы неплохо, на мой взгляд, зайти пейнам. То, что Темпларка под селедкой будет убивать очень больно. Каких-то супер больших тикающих уронов, которые у NoPink могли бы снимать ей быстрый рефракшн, особо-то и нет, наверное. Ну, то есть, понятное дело, Бэтрайдер может гореть, понятное дело, всякие вот эти бестмастерята могут там тоже ей снимать все это дело. Но это пока накастуешь, пока долетишь, Темпларка сама в тебя может уже влететь. Да, ну наш... Ах, вот только хотел сказать, любимый СФ еще был доступен, но нет. Ну, лишь Рака в итоге решают себе забрать, все-таки несколько скомбинировать типы урона, потому что Сларк с Лардара — это преимущественно серьезный физический урон, а Снэпфайр с Лесраком будут наносить урон магии по большей части, так что, в общем, будет такой вот комбинированный, сбалансированный тип урона у Pain Gaming, к которому они будут идти. При этом Чен с Лесраком, в принципе, намекают нам, что можно и попушить буквально на ранних стадиях достаточно. Опять же, это потенциально, мне кажется, еще перекрывает, если они захотят макаку поставить мид и вдруг возьмут какого-нибудь, не знаю, лансера, потому что он доступен. Ну, посмотрим. Пока я предполагаю, что все-таки именно мидер нужен для NoPink. Кто против Лешрака-то может себя хорошо позиционировать? Пак, может быть, какой-то зайдет сюда? Нет, ОД. ОД... Любопытно. ОД — это возможность на лоу хп убивать Сларка в его ультимейте, в случае чего. ОД — это возможность сейвить из-под Лешрака с Лардара и Снэпфайр, в случае чего. Или сейвиться самому. Главное не подставлять под стан Лешрака и с Лардара. Да, тут это может, конечно, сыграть злую шутку, но я думаю, что ребята опытные не будут под все это дело подставляться. Ну что, как тебе драфты первой карты? Ой, Чен мне понравился, а потом я подумал, блин, да тут крипов вообще изи убивать. Я за пейнов. Как бы NoPink хорошо не играли, как бы не душили, они, скорее всего, и здесь также будут отыгрывать, потому что пейны, похоже, все еще в тильте. Они были на плей-офф части, квал на мажор немножко в тильте в последний день. Здесь в последний день, в последний матч от Фурии были в тильте. Так что... У пейнов такая, мне кажется, сейчас дилемма. Надо собраться. Но я думаю, NoPink будут вести игру, а там как пойдет. Ну, я на самом деле... Мне очень понравился ОД в качестве закрывающего пика, но мне кажется, что этого ОД может не хватить. И должны все-таки расфармливать здесь Сларка. Хотя тоже, ну, сомнительно.
Тут получается, как минимум, есть, ну, есть, во-первых, несколько скиллов, которые могут остановить Сларка в ультимейте в плане сбить ТП, например. Ну, то есть, ну, ладно, не несколько скиллов, один скилл. Есть палка макаки. Остальные несколько скиллов могут его там продамажить или убить даже, учитывая ультимейта от Вардварера. В общем, интересно будет посмотреть на эту карту. Напоминаю, что это финал нижней сетки, best of 3 противостояния. Коллектив, который здесь побеждает, он проходит в гранд-финал и будет играть BO5 с Фурией. Коллектив, который проигрывает, собственно, мы с ним прощаемся и желаем удачи на дальнейших квалификациях. Да, так оно и есть. Вопрос в двух картах, в трех сейчас они будут разбираться. Это мы узнаем в ближайшие пару часиков. Да, ну а пока... Нам... Составы немножко мипари специально для вас, которые пинают Войда. Ну и давайте начинать, собственно. Начнем с паузы. Да, и это, о господи, как будто ты не знал, что так будет. Это... Ты ролик пускал? Да. Стандартная у нас вещь. И, собственно, я думаю, что ни одна игра без какой-либо паузы у нас не обойдется. Но у нас пики прошли, поэтому я думаю, что мы можем не только кэфы на матч посмотреть, но и кэфы на первую карту в итоге глянуть. 1.62 на пейн, 2.20 на ноупинг. Вот такие коэффициенты на первую карту у нас сейчас. Они прыгать будут во время игры, я уверен. Ну да, ну в общем, если вы уверены в победе ноупинг или уверены в победе пейн, то вы всегда можете пройти в описание, класснуть на баннер и при регистрации и пополнении первого депозита получить 100% бонус к этому самому депозиту на прематче. Такие дела. Стандартные типы Тава. Ну, конечно, должны поступать команды. Притом, что от пейнов, что от фурии. Так, ну и поехали, собственно, смотреть за игрой. А вчера мы видели разные вот эти расходы по рунспотам. Видели, что и в какую-то агрессию пытались выходить, и ФБ делать, либо вообще никак не реагировать, стараясь не показывать свои линии и аккуратно забрать две близлежащие баунти-руны и отойти дальше. Либо, может быть, навязать какие-то сражения. Посмотрим, что будет здесь. Интересно, конечно. Не припомню, что бабками с Сещаном были в одной команде. Ну там достаточно резво пошли на вражеский хайграунд. Спокойненько здесь заберут аванпост у своего оппонента пинг. То есть обычно же Снэпфайр меку покупает и в грифсы. Но здесь есть Чен, естественно, он будет брать. Тогда что бабки покупать? Ну да, у Чена уже, в принципе, есть хедреска. Снэпфайр может, если захочется вот такие же всякие мелкие саппортные артефакты, типа базил и прочего всего, покупать на линию, то можно потом из этого собрать Владмерс, как вариант, который неплохо будет работать на Сларке. О, пайпу надо собрать. Пайпу можно собрать. Ну, в общем, есть артефакты, которые можно пособирать, их тут много достаточно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас забирают спокойно две руны с одной стороны и две руны с другой стороны, да. Ну и поехали. Я думаю, что у нас это не самый хайповый матч за сегодня. То, что там творилось в Европе и СНГ, это смотрю, до сих пор обсуждается. То, что LGD отлетели в открытых квалификациях. Ну, в общем, ребят, Южная Америка, тоже будет интересно. Готовьтесь к экшончику. Так, ну и что? По линиям в итоге все у нас разошлись. На центре, действительно, противостояние ОД и Лишрака. Любопытно будет посмотреть за тем, кто тут все-таки окажется лучше. Да, при том тут то, что Мэнди-то на топе, а HFN в миде. Вот так вот пейны распределили героев, и при этом лайны изменили. Все-таки то, где привычнее стоит обычно. Ой, Минскурьер. Такой своеобразный first blood от ноупинг в виде курьера. Тут повел крипов Рубик. Наказать его за это по большому счету особо нечем. Ну и, собственно, ведет крипов, получит второй левел без особых проблем. Вот у меня была идея, почему бы не попробовать ввести в Valve такую фишку, чтобы ФБ среди курьеров был? Ну, мне кажется,
Ну, хотя, может быть, когда их стало больше, есть в этом смысл. Может, сразу Балкантер вернется. Рики уже потихоньку возвращается. Ну, правда, Рикимар уже на саппорта не посадишь, уже нет в этом интереса. А вот на Баунти Хантере самый топ. Очень любопытно играют здесь. Но Пинг, там в центре, кстати, у нас в это время чуть не погиб ФДР. Снизу погибла Макака. Должны забирать Кингарди на развороте. Да, успевают его все-таки убить здесь. 4 стака стики на Палма на бабке. Но Бутрайдер дальше не полетит все-таки. Ну, самое время, да, как раз-таки разменяться с ТСПБ. А, я думал, все-таки только что они делали себя на первых минутах. Не будет у нас много фрагов, но нет, вроде команда начинает разгоняться. Наверху Тава еще пытались подцепить, но там паунс уже был потрачен. Чен не баб, не прыгнет. Ну и Рубик, в принципе, подсейл телекинезом, все хорошо здесь. Отпивается с фласки Бестмастер и проблем не должен испытывать некоторое время. Так вот, любопытно, здесь на Пинг начинали эту игру, стоял Бестмастер между Т1 и Т2 противника, Рубик выводил крипов и стоял между Т1 и Т2 своими. Посмотрим, к чему это приведет. Здесь, кстати, тоже из не самого очевидного топоры у Бестмастера. Посмотрим, что он с ними сможет сделать. Да, на удивление, ни кабанов, ничего такого не качает. Возможно, чтобы Чен не приручал специально. Ну, так да. Часто же бывает то, что там Инча, Чен, они как раз-таки выходят против Беста, воруют у него кабанов, и его же убивает им. Да, возможно, здесь именно этим руководствуется Бестмастер. Ну, в принципе, Рубик тут пока прячется. Ну, на этой линии могут быть интересные вещи, но нужно, чтобы постарше стали пока герои на центре. Тут через стан Хэфанг забирает... Крипочков. Да, думал, здесь сразу. Во многом нужны левела, ультимейты. Ну и пока мы видим, что на центре очень плотное противостояние. Чуть-чуть здесь лишь Рак обыгрывает своего оппонента. Вот сейчас после этой пачки можно будет посмотреть конкретно насколько. Фудер немножко накосячил с крипами и подвышкой, не добил ни одного. Собственно, в связи с этим преимущество такое серьезное получилось. Бестмастера там на топе при этом пробивают. Удастся ли его добрать до конца? Да, тут сатир спурживатель очень неприятный, но не хватает буквально одной тычки. Ну, если была бы мана у сатир, скорее всего, пошли бы до конца. А так Чен уже не стал рисковать. Он не догонит, опять же, Рубик будет блок, если что, всегда может подрубить. Опять топоры закидываются ради одного крипочка. И, наверное, надо бесту уходить. Снизу, тем временем, любопытно посмотреть, как себя будет чувствовать Monkey King против Слардара. В принципе, оба любят драться в милишке, оба любят набивать один джингу мастере, второй башики. Так что, в принципе, у кого будет лучше получаться как раз вот настакивать эти вещи, тот, наверное, и будет на линии себя лучше чувствовать. Пока мы видим, что очень хорошо дела у Макаки. 24-2. В свою очередь, она в принципе. Топе, на Рубика, возможно, хватит дэмэджа. Мэнди еще один удар, опять не хватает. Вот опять чуть-чуть не хватает. Да, там, ну, проседает зато серьезно на Пинг. И нету регенов никаких у Рубена. Курьер, я так понимаю, что к нему идет. Нет, курьер не к нему идет. И Рубик просто вынужден будет отходить. При том, что в очень неприятный тайминг он это сделал. Он вынужден был отходить к 5-й минуте, когда появляются баунти-руны. И мы видим, что 3 баунти-руны в итоге достается коллективу Дайер, если я все правильно понимаю. Вроде бы да. А где 4-я? Кингер, да? 4 даже. 4 получается. Там Чен, бабка, Глешрак и... А, подожди, это оранжевая, это макака. Ну да ладно. Может, знали? Может быть, заденайли где-то, да. Либо в ботле у Глешрака еще. Нет. Ну то ладно, тут вниз перемещение произошло от Рубика. Попытаются забрать хотя бы кого-то. Упрыгивает куда подальше Дунхай. В итоге сражается до конца здесь Слардар. Отстанивается также, поднимает ее в Юл. Неплохая палка, но настакали дизейбл. И поэтому может не хватить в итоге урона. Да, Слардар действительно уходит. Ну, возможно, надо было просто ударять. А он как-то палкой замахнулся. Но в этот момент Рубик откинулся, впал. Чен, ну, пошел уже в лесочек. В принципе, взял себе полезного крипа. Дополнительный армор вообще никогда не лишний. Может попробовать набафать в миде, может быть, немножко ОД. Ну, правда, ОД физармор тут против Лишрака не сильно поможет. Ну, надо забирать здесь обезьяну, обязательно. Снизу бойня, да. Главное не дать пригениться.
Было близко, на самом деле. Но, с другой стороны, палки уже не было, и там реген бы серьезно все равно не прошел. И остается здесь снэпфайр. Будет хотя бы экспиться некоторое время. Парк не пойму пока во что. Перчатка, Бенхол Венскин, то ли Яша, то ли сапог, то ли что, то ли тифуза. Вообще стики пока докупает. А, вот все, все, вот теперь пота, все, вопрос нет. Куда перчатка, куда Бенхол Венскин? Ну да, там, собственно, стики, дальше выход будет в Алакрити, это может быть Блейд в Алакрити. Любопытно, на самом деле, не думаю, что это будет какая-то манта, скорее всего, стандартная дифуза. Конечно, всегда есть вариант, что это... Есть, очень агрессивно на боте играть. Вот, за счет члена регена, может быть, конечно, можно было так играть, да, пойти в размен по ХП, потом отойти по регенсе, но все-таки рискованно играет. Ну, пока такая разминочная карта для коллективов, никто особо никуда не торопится. То есть мы привыкли видеть, что Южная Америка может из первых секунд буквально пойти уже неистово сражаться за какие-то объективы, просто так, за славу. Ну, у них там 15 часов, то есть полуденное время. Как Яна говорил, они привыкли еще в час просыпаться. То есть буквально там часа два прошло, наверное, после того, как проснулись. Снэпфайр. Контролирует руну, но руны здесь нема. Пока очень спокойно все на самом деле. Снэпфайр переходит на нижнюю линию. Возможно, попытаются сейчас здесь навязать какое-то сражение. Однако одновременно со Снэпфайр мы видим, что перетягивается сюда также и Рубик. Да, на топе остались на фрифарме Бист со Сларком. В итоге Стоба удается ему успеть запрыгнуть на дерево и, собственно, спрыгнуть в безопасную зону. Не успели его зацепить. Такие вот импровизированные триплы получаются у нас пока снизу. Ну, такое же было уже, только в исполнении Фури вместе с Чаном. Пока нападение на Рубика, падал вышку, должны забирать, может быть, еще за KG там выйдут, но Рубика точно должны убить. Ой, макак пришла. Как бы сейчас ее бутрой случайно не срубил. Не, вроде бы тут распетляли все аккуратненько, палка еще залетает по Чену. Ну и перемещение AutoD, который должен решать здесь вопросы. Его, конечно, блочит немного Костабайл, неприятно получается. Выживает в итоге достаточно долго Чен, не могут его убить до сих пор. Monkey King попадает под стан один, под стан второй и погибает в этой ситуации. Там печенька будет через секунду буквально достает этой печенькой до Бэтрайдера. Есть еще одно замедление, Бэтрайдер раскидывает всех, но пытается здесь что-то сделать, но разве что... Умереть он здесь может, к сожалению, для него. Я не понял, что такое сделал. Он пришел, ульту дал и ушел. Все. На топе пытались Сларка забрать, но не получилось это сделать. Он же больше ничего не дал, вроде бы. ОД пытался просто райт-кликом бить, но проблема в том, что его там, судя по всему, в деревьях блочил Monkey King, и ОД парой тычек не достал. И по итогу не хватило урона на Чена. Там, на самом деле, Чен... Мог бы сам под вышку умереть, но что-то давно далеко забегал наперед, как будто вижн пытался дать, но главное выжил. А на топе все-таки убили. Да, на топе произошло смещение под баунти руны. Я так, кстати, понимаю, что не успели захватить аванпост второй силы тьмы, и те получили экспу. Да, вроде бы так и есть. Ну, опять же, 10 минут там чуть-чуть, это, конечно, помогает очень, очень сильно саппортом в первую очередь, но... Любопытно, что Бестмастер на шестом не взял себе ультимейт. Вот только сейчас седьмой у него появился, и только сейчас вот ульт он себе прокачал. Да он на самом деле, похоже, стал максить кабанов после того, как Чен ушел с лайна, решил, что это будет больше толк от этого, чем от топоров. Может, мискликнул. Так, ну а на центре с диаболиками пытаются здесь подгрызть вышку. На самом деле, успешно это бы... Все получалось, если бы не глиф. Так, время немножко выигрывается, диаболики заканчиваются, следующие только через 10 секунд. А вот так вот с руки урона по вышке не столь много. Хотя, конечно, катапульт здесь еще имеется. Надо потанковать. Ах, там, правда, еще и бист приходит. А если у него кабанов все-таки украсть, или там у Чена только пока в троечку почти. Да. Больше крипов не возьмешь, пока ты. Ну, катапульт живет, может танковать, можно даже драться, сардар уже потянули, должны его быстренько как-то забирать, у вас уже будет потрачено. А на ЧФ на цеплять нечем, если рор.
Только что был потрачен, да, как раз на Лешрака. И на Лешрака просто урона не хватило, никто его не бил. По итогу все свои такие массовые контроли использовали на пинг, забрали лишь Лардара. Я думаю, что это, в принципе, Пейн этим должны быть довольны. Ну, Зарк пока бегает, он смещается, игнорирует драки, не хочет. Важно диффуза, видимо, быстро вывести. У него, в принципе, эти диффуза уже достаточно скоро будут. Сам Сларк на второй позиции по нетворсу сейчас находится. Отстает где-то на 500 голды от, собственно, уже Лешрака. Леша, я так понимаю, уже себе Юл довозит сейчас. В принципе, с этим Юлом можно будет инициировать сражение достаточно уверенно, либо, наоборот, сейвить себя в каких-то экстренных ситуациях. Посмотрим. Ну, по ауру там у Нопинг тоже, похоже, все будет завязано на бесте. Беста нашли. Беста нашли, должен залетать. Ой, дает печеньку, чтобы успел кинуться булыжником здесь. Но не хватает, кажется, рейнджи бабки или хватает? Хватает, но там очень долго летят вот эти мотомаркисос. В итоге далековато зашли. Зацепили здесь уже Лешрака. Лешрак есть Юл, будет ли его использовать? Использует Юл. Поджег немножко своих оппонентов. Из арены все равно Кастабел пока не вышел. Есть также ультимейт от Чена. Очень много урона по Лешраку влетает. Убивают его все-таки, но не с ультимейта Outward Devourer. Ну и надо бежать отсюда остатком Pain Gaming, потому что бабку тоже зацепили, убили. Чен также пал смертью храбрых под вышкой. Ну и глубоковато силы тьмы залезли. По-моему, это классический залет от бразильской какой-то команды. Что фуры, что пейны, что ноупинг, все вот под эту Т2 со стороны Рейден постоянно лезут, а умирают. Не имею, не вижу ничего, просто очень далеко. Ну, я думаю, что в скором времени уже Сларк готов будет подключаться, поскольку летят ему диффуза. И с диффузами Сларк намного более боевой становится. Дальше, понятное дело, против того пика, который есть у Нупинка, очень хочется себе взять Блэкинг Бар. Да, здесь через БКБ и Лассо, и ульт Бестмастера. Но с другой стороны, если в тебя все это выдали, в БКБ твое, то урона тебе фатального все равно могут не успеть нанести. Да и остальные твои тиммейты в итоге не будут подвергнуты этим. Ну это ключевое против ОД в первую очередь, БКБ. Здесь не беря БКБ, скажем так, ты потом можешь тебя обеспечить себе смерть. Вот как сейчас, например, Рода, который Астрал уже потратил, даже не успеть забрать. Сларк спокойно его бьет под тучкой, но на него тоже потратить нельзя, только на Слардар. Слардар, в общем, должны забирать, продавать. Стики имеются, подхилить нечем Чену. Меки нету, Хэнсов Гота тоже нет, приходится команчика тут воровать. Рубика может добивать, бабку настреливает, Сларк опять же новый статус зарабатывает. Дальше не успел он дарить, видимо, Бестмастер, так что не получится за него SN-Shift. Но в любом случае минус 4 на селедку разменяли. Там очень хорошо изначально Snapfire отыграла, закинула крипа по ничего не подозревающему ОД. Тот думал, что до него никак не достать, но крип долетел, дал оглушение, успел выйти из астрала Слардар, и пошло, все поехало. Ну, было чем танковать, да, в данном случае селедка отыграла краски такую роль, впитывающую губку. Хотя был бы, наверное, ОД ультимейт, немножко драка повернулась бы. А так, опять же, вот эти тайминги больших ультимейтов, которые снова и снова, у тех же самых ноупинг с куполом были проблемы. Или Two Infamous был? Ой, это я уже не помню. Сларк тем временем хотел забрать баунти руну, но понял, что там слишком много противников, решил лишний раз не рисковать. Смерть ему не нужна сейчас, тем более, что ультимейта пока еще нет. Ну и Snapfire. Snapfire практически на самом деле дофармила себе уже грейженную урну. Полезно это и против Monkey King в первую очередь, наверное. Чтобы тот лишний раз не хилился с палки и райт-клика. Да, прошу прощения, Void был у Infamous, вообще против пейнов. Так, ну а Лешрак с командой вместе подпушивает пока нижнюю линию. Диаболики будут через секунду. Подключает диаболики. Вскоре закончится действие глифа. Да, успеет спушить. Даже не пытается ноупинг дефать. Их больше волнует фарм пока. Мэнди, на самом деле, тут на центре наприседал достаточно серьезно. Аккуратен должен быть. Какой-то случайный ультимейт от ОД. Бедного Сларка не случится. Не у Вамбрайс, кстати. А что там еще выпало? Немного артефактов я видел. Второго разряда только-только начали падать. Там у ОД, по-моему, Аквила. Имк плол. Неплохо. Да. Имк плол для Макаки в самый раз будет.
О, Dragon Scale. Тоже хорошая штука. Можно тому же с Ларку отдать. Хотя в Embrace, наверное, ему поприятнее будет все же. Либо Слардару, чтобы тот лучше танковал. Всякий физур он неприятный. Слардар, кстати, уже с блинком. И поэтому могут так вот нагло действовать. Ну, тут хорошая позиционка, но пинг. Да и пейны вроде как очень агрессивно пытаются. Пейны агрессивно пытаются, но они поставили здесь сентри. Они думают, что их не видно, но опс находится рядышком. Вот сейчас Сларк должен был, наверное, как-то сказать, да, что его где-то там видно, да. О, целёшка, однако, запрыгнул. Что-то выбрал не самую легкую цель. ОД, классно, конечно, под минус армор, но он жирный. И утаскивает в итоге Слардар по Т3 вообще. Они должны его добивать. Там еще есть только... Под хильд мека нет. Все, Слардар уходит от ноупинг, лассо, ультимейт ОД. Ну, на самом... Ой, хорошая получилась раскастовочка от Манки Кинга. В итоге Лесурак подхилили его. Есть еще Юл, в случае чего. Юл в итоге, как же долго он разворачивался. Не получилось спастись. А если бы просто шел вперед, там долетела бы печенька, скорее всего, от Snapfire, успел бы он уйти. Ну, на самом деле, я думаю, там 3 Дэнс, и все равно бы его добивали. Возможно, по Т1, но добивали. А там еще Юл был. Ну, там же не составит труда, пока там Юл не работает, подбежать всем остальным. Так что Юл тут вряд ли бы помогал. Так, Сларк, интересно, забежал в арт сломать, тучку потратил. Такая немножко расхлябанная игра от Пейна. Они вроде бы и хорошо начинают, а потом где-то загуливают и вынуждены начинать все сначала. То есть, если мы посмотрим графики, то вот такие вот есть у них небольшие загулы, когда они отдают чуть-чуть преимущество, но в целом где-то оно между 4-5 тысячами там держится по голде для них. На самом деле я был бы не против посмотреть переигровки между 3 командами. No Pink, Fury и Payne. Ну, тут вряд ли тебе уже удастся. Что там у Outward Devourer? Практически должен быть готов уже Аганим. Я так предполагаю, что он даже летит в курьере. Можем, я думаю, посмотреть все это дело. Да, Аганим будет у ОД. Прятать теперь можно будет две цели. Вполне приятно. Ну там до БКБ, как только доберется селедка, Сларк, там уже будет им попроще. Они не будут бояться ОД, они могут на него влетать просто вчистую. Опять же, только Рор лосо их останавливает. Ну, у Сларка Блокинг Бар на самом деле будет уже совсем скоро. Ему остается пофармить там минутку-другую, и уже заветный посох будет у него в кармане. Что касается Слардара, то здесь пока только хватает на Огракс. Он его купил, только что продал. Видимо, хочется оставлять на всякий случай байбек. Он не знает. В любой момент обе команды могут выехать на Рошана, и придется вдруг байбекаться, чтобы дальше драться. Ну да, здесь пока из любопытного, наверное, будут... попытки за ванпост посражаться. Снизу ванпост принадлежит команде Dire. Сверху сейчас мы видим, что Сларк тоже его забирает. Будут ли Пейн пытаться отвоеванное не отдать оппоненту? Судя по всему, отходят. По всему отходят пока. На снизу. Там бабка вот толкнула. Да, бабка Line. Неплохо толкнула лайн. Возможно, сейчас это заставит на пинг отойти. Посмотрим. Ну, сейчас руны заберут на боте, а ноупинг, видимо, пытаться сплитить без пачки крипов, наверное, тяжело. МК должны знать. МК, кстати, не торопится тоже с покупкой Blocking Bar, пока предпочитает после сабли себе дизолятор сделать. Возможно, решение и правильное, потому что ты Лесурака чуть ли не за там 2000 и палку будешь убивать. Там урон очень серьезный. Но с другой стороны... сам себе снижает армор за счет навершовала. Тут подцепили, кстати, Чена. Есть замедление от Кабана. Ну и Чен попадет. Что не менее важно, еще и пачку хрипов его тоже забирает. Ему придется по новой собирать их. Да, неприятно получилось. Угу. Аганим на ОД. Что там еще такого полезного есть? Владимир какой-то... Ну, из дорогих или важных артефактов, в принципе, пока все. Сабли, дизолятор, который ты подметил, у Кастебеля будет. Ну и, кажется, вышка тоже у них сейчас будет. Не торопится защищаться здесь Пейн, возможно, со следующей пачкой. Но а Пинг могли бы попробовать. Ну да, здесь уже потихоньку начинают царапать Т3, поэтому нужно отойти.
О, курьера. До свидания. Сларк, дерзит ли дальше за Бетрайдер? Не-не, аккуратно, Мэнди там на Firefly. Рор. Что делать с Мэнди? Лассо тратить на него есть смысл ли? По-моему, это было все бессмысленно. Но есть тучку успеть нажать, это пэлт, не, это палка, да? Пока, пока даже так вот очень спокойно, не нажимая блокинг бара, ушел оттуда Сларк. Если бы его ему разбили... Повезло. Похоже, Костебер, мне кажется, фармил палкой. Да, если бы развели Сларка на БКБ, возможно, эти ультимейты того бы стоили. Сейчас, зная, что нет двух очень серьезных дизейблов, сами пойдут на пин, сами пойдут пейн сражаться. Зацепили здесь Бетрайдера. Бетрайдера подсейвили, спрятали. Прыжок не совсем по таймингу. Бетрайдер все-таки живет. Попытались подцепить снэпфайр, не получилось. Там еще печеньку украл Рубик. Там попытка забрать Бестмастера, кажется, видели, где он находится. Да, Бестмастер в итоге должен успеть умереть. Огромное количество урона по нему очень быстро влетает. Минус ну, забавно, сначала пытались Бетрайдера наказать за то, что у него ультимейт был потрачен, потом на Бестмастера. Одного убили, другого нет. Но пока нет Бестмастера, можно на Рошана попытаться пойти. Там есть Вижн, но Опенька не буду знать. Дабл дэмэдж на Сларке работает. И, в принципе, должны здесь Рошана убирать достаточно быстро, поскольку все-таки минус армора Слардара имеется. Знаешь, как я обычно говорю? Назовите более знаковый дуэт, чем дабл дэмэдж и Рошпит. Да, очень часто это как-то так попадается. Ну, на самом деле, наверное, даже, может быть, не очень часто попадается, просто ты замечаешь именно, когда после дабл дэмэджа решают пойти на Рошана. Ну, даже просто иногда, вот 20 минут ты просто пробегаешь мимо. О, ДД, пошли на Рошана, пошли. Ну, справедливости ради, и без ДД здесь неплохо могли сражаться. Кингарди. Кингарди подстанил пачку крипов. Было бы совсем неприятно, если бы случайно там макаку где-то задел, да. Он там прорубал себе проход. В итоге очень хочется забрать. Все-таки Слардар, есть палка, подцепили селедку. Тут же лассо. Очень много урона по селеди. Не хватает его для того, чтобы забрать его очень быстро. Подхил один, подхил второй. Пытается уйти селедка из арены, не очень получается это сделать. Врывается сюда Сларк, получал тоже урона, но есть у него ультимативная. Начинает пробивать здесь кастабелл достаточно серьезно. Успевает убить Манки Кинга. В итоге пришел конец и Бетрайдеру тоже. Ну, вообще, на самом деле, неплохо так можно заходить в ульту макаки, заставлять его убегать из нее, потому что там Сларк по тучке, ты его не бьешь. Там под Юлом Лешрака у него включены диаболики и пульс снова. И в итоге он просто дамажит и тебя выгоняет, чтобы ты вышел из арены. Ну, в итоге, с одной стороны, вроде бы байтили но пинг сами на крипов. Успели забрать Слардара, оказалось, что Слардар тоже, можно сказать, кстати, байтил. Кстати, значение неплохо, лопата работает, я смотрю, у него фласки именно с лопаты, похоже. Вылезает, еще и постоянно меняет с камушком. Ну да, в принципе, не так сложно поменять себе быстро лопату с камнем. Не так эффективно она, понятное дело, от этого становится. Но все же. Это лучше, чем на базе валяется. Попинговали здесь, по-моему, на Рубика. Но ничего не успеют сделать с ним. Сларк тем временем не хочет даже вот те длительные дизейблы, которые есть, в себя впитывать все равно. И делает себе линкенсферу. Ну, любопытное. Там форстав есть у команд, кроме бабки, еще у кого-нибудь? У Рубика. Нет? У Рубика есть. Ага. И Бетрайдер намечается покупка. Ну, пока блинк. Олеший... Что из Energy Booster будет делать? Лотус? А, не-не-не. Похоже, Бутстоун. Или Октарин даже. Октаринчик, мне кажется, в первую очередь хочется ему взять. Батить на руну? Да. А, повезло, а, очень вовремя птица прилетела. Но все равно поняли, где он, а догнать не получится. Ну да, здесь кабаны защищают своего хозяина. Хотя Слардар пошел на перехват. Заканчивается спринт, не успеет. Все-таки можно перехватить инициативу и пойти на центр, например. Далеко варды, кстати, ходят ставить. Там вон Бетрайдер поставил вард очень далеко по Т2 на топе. Фарк по комит дефает. Ну, но опять же, все спалит, если поймешь, что там вард. Бетрайдер пошел крип скипать. Достаточно быстро заберет здесь пачку. Рейнджевик, правда, пошел не по огню. Что, самый умный, что ли? Нук сгорел. Я так понимаю, у Беста появились. Бабка только что забрала одного. Да, у Бестмастера некробук есть первый. На топе, кстати, пытаются здесь запушить. Манки Кинг по самым дальним деревьям бродит, чтобы его точно не забрали. Это надо реализовывать ДДшку. Совсем немного, кстати, до линкенсферы остается. Пока решается этим дабл дэмэджем просто спушить вышку.
вышка не так, чтобы сильно атакует, поскольку приличное количество брони у Сларка имеется. Ну им надо ДД реализовать, надо реализовать как-то. А Егис там осталось полторы минуты до конца Егиса, они ничего не сделали толком-то по карте. Ну и вышка здесь падает, никто защищать это все дело не хочет. Продолжает крипскипать здесь Бетрайдер. Его зацепить невероятно тяжело, поскольку у него даггер есть. То есть Бетрайдеру нужно как-то не успеть реагировать на того же Лешрака, например. О! Ошибка. Ну, не-не-не, нормально. Не угадал. Ну, а здесь смоки в исполнении Пейн. Заходят они во вражеские леса. Видят, судя по всему, здесь Таво. И Таво, кажется... тут линка. Тут линка. Так уже не работает. Ну, кстати, достаточно быстрый бестмастер. Но понятное дело, что от четырех персонажей команды противника не убежать все равно. Пейны будут пытаться заходить на хайграунд. А Егис, в принципе, 30 секунд. Можно пойти заставить Лешака сдохнуть там. Разменять его. Ну, а пока, есть? Слушай, есть, пока есть, прям... Ой, поздно, Астрал закинул. Наоборот, Диаболики работают, приходится глиф поджимать. Поздноват, правда. Диаболики уже почти закончили. Сейчас откатятся, когда глиф откатится. Ну, ну и Егис закончится. Хочется развести на байбек бестмастера, но в итоге не удалось это сделать. Растепешились по разным частям карты Пейн. В принципе, это возможность для Нупин кого-то попытаться найти. Бетрайдер в смоках. Но, судя по всему, далеко уже не хочется выходить лишний раз. Здесь тысяч преимущества тем временем для Pain Gaming. Видим, что так планомерно, по чуть-чуть они его наращивают. По XP, соответственно, там порядка 7,5. В плане Dota Plus ее вероятности победы 89% пока для Pain Gaming. Тут, кстати, кто-то подзагулял немного. Да, Слардар пошел, очень большой урон по нему. Тут, кстати, очень быстро могут убить Лешрака, так и происходит. Сларк, судя по всему, пошел кол, что надо отходить, резко развернулись и попытаются убежать. Бабка начинает настреливать. Здесь Рубик на форстафе уходит через хайграунд, неплохо. Минус 2 пока успели здесь ноппинг совершить. Видят и будут забирать одного персонажа, кстати, бабку тоже попытаются приходовать, не получилось. Минус 3. Но тут Monkey King, да, попадает палка и минус 4 по итогу даже. Мне кажется, их смутило БКБ ОД, и они просто не понимали, куда, чего фокус, они хотят ОД убить. Все-таки он самый опасный там, наверное, у ноппинг, ну, как кажется. А на деле вот так. Давайте вновь и вновь проблемки. Нет, там в какой-то момент прям было видно, как пошел кол, что мы давайте не будем здесь драться. Одновременно Сларк и Слардар развернулись. Но примерно через секунду в то место, где они могли бы сражаться, полетел ультимейт от Snapfire. По этому поводу, возможно, немножко нарушил это планы. Сларк, ну, решил, что лишний раз не стоит здесь испытывать судьбу. Проще уйти, хотя его подкидывают сюда. БКБ приходится прожимать, есть там того? Ворованный ультимейт от бабки. Ой, там два предмета выпало. Повезло, что за ним никто не шел, да? Ну, понимали уже, что тяжело там будет что-то сделать. Линкенсфера откатывалась. 30-я минута руны, кстати. Барсан полторы, да? Меньше минуты, ну плюс желтый таймер еще. Тут вроде бы должны оба коллектива забирать себе по два Боунтоса. Monkey King. Уже с Аганимом. Следующий артефакт БКБ. Ну, МК богат, в принципе. Самый богатый пока в своей команде. Ну, как минимум. А БКБ у нас уже 4 штуки на карте. Нет, селедка еще пока без. Зато у Лешака есть. Так что, да, 4 есть, 5 на подходе. Тридцать первая минута, чуть более 7000 преимущества для Pain Gaming. На самом деле играбельно для ноппинг. И видим, что в смоках они сейчас выходят. Хотят подцепить, могут, скорее всего, подцепить Чена. Чен бежит, но не убегает. Но Чен уже, по большому счету, труп. Одновременно с этим видим, что цепляют еще и Лешрака. Тратят на него два серьезных дизейбла, но это и серьезный Лешрак, с другой стороны. Что-то Пейны... Отдельность как-то умирает, у них нет какой-то звонки, они думают, что у них контроль под карты, а на самом деле-то нет, как оказалось.
Графики уже отлетают потихонечку у них. Что понятно, что прикрыт там уже близки к нулю. Ну и Т1 будет падать, скорее всего. Защищать без двух персонажей, понятное дело, не очень комфортно все это дело. Бьет Бестмастер, бьет Макак, бьет клоны Макаки. Ну пора добивать этот последний Т1. Что-то не дотягивать можно из Т2. Тут, в принципе, да. Тут Манки Кинг может сейчас наплодить своих вот этих клонов, и неприятно достаточно будет. Кастовал ТП, но решили, видимо, не отвлекаться на, собственно, Т2 на топе. Опять же, размен. Пока Пейны вот это пытаются делать, у них на самом деле все хуже и хуже будет ситуация становиться. Потому что размен пока не в их пользу раз за разом. Сларк, а почему тут в агони выходит? Ну, Сларка тут, кстати, зацепили. Очень долго действует все-таки телекинез. Так вот, на мой взгляд, проблема в том, что Сларк выбрал себе путь через защитные артефакты. То есть, у него вторым артом после диффузов было БКБ, который больше защитный артефакт. Третьим артом Линка, который защитный артефакт. И дальше будет Аганим, который, ну, прямо скажем, тоже сильно урон не увеличивает. Тут на центре, кстати, одновременно с этим драка у нас распределяется. Лишь рака попытались подсейвить, и бабка делала это очень неплохо. Правда, контролит его дальше здесь и убивают практически за ультимейт. Подключается БКБ на развороте, очень неплохо заплевывает. Бабка также огромное количество урона влетает по Рубику. Могут попробовать забить также еще и Фудиера. Тут уходит через БКБ. Рубик в итоге сражался до конца, но погиб все же. Ультимейта у Оды нет, но он идет сражаться до конца. Огромное количество урона вписывает здесь. Включается наконец-то Сларк в драку. Под БКБ тоже начинает наваливать. Отхиливается Манки Кинг с палки. Пытается убить здесь Хфанка, и получается это сделать, судя по всему. В итоге зацепили также еще и Снэпфайр, это прожимает Гост, пытается уйти отсюда, но сделать это будет невероятно тяжело. В погоне за ней Бэтрайдер, но решает, судя по всему, лишний раз не дайвить. Еще птичка палит, но Мэнди, похоже, понимает, что на него вижен есть, но что-то не торопит уходить, на самом деле. Драка в итоге такая растянутая получилась, не так много смертей. Из неприятностей для Pain Gaming они лишь рака вновь потеряли, и тут Снэпфайр, конечно, перемудрствовала, прямо скажем. Даже так, из больших неприятностей, с того, что еще у Лешего только-только 6 зарядов осталось. За последние Слушай, файты умер как минимум. Предпочли вышку бабки в итоге. Тут правильными делами еще и Сларк занимался, в том числе, крипскипил. Ну, на самом деле, вот как ты правильно подметил, Сларке, наверное, если уж убрать Аганим стоило, то где-то на старым артефактом пытается один полезть на четверых. Это не ошибка для Сларка? БКБ нету, тучка есть, а что делать потом? Тут команда подходит, тут команда подходит, выкупается лишь рак, будет возвращаться в сражение. Кингерди пытаются здесь пробить, Кингерди не доживет даже, скорее всего, до второго своего стана. Огромное количество урона также и по Сларку, Сларка все еще есть БКБ, может прожимать его сразу после того, как выйдет из Астрала. Кастабайл пытается сражаться до конца, здесь огромное количество урона вписывает по всем, кто только зашел в его арену. Зацепили в итоге здесь еще лишь рак вновь погибает, два раза подряд абсолютно ничего не сделав. Мэнди тоже сейчас могут попробовать забрать здесь, есть замедление, подняли в его, но есть форставчик, но этого форстафа может не хватить. Уходит все-таки на паунсе отсюда, но в прыжок за ним совершает Кастабайл, и все-таки есть очередная палка. Буквально пару тычек, дабл килл для Манки Кинга. Ну, слушай, тут Пейн еще ГГ напиш. А, да, тут 4 персонажа, все без байбеков, им просто пойдут как минимум в сторону сейчас одну снесут. Проблема в том, что Леший все, он потерял свое, его уже по игре нету. То есть он все, что пытался сделать ранее, при своем БКБ, при хорошем развитии. Но пинг, то, что вот там 3000 хп БКБ его не убить. Макак стоит куда-то, у него еще появляются Саганим вот эти копии. То есть вообще ничего делать нельзя уже. Все, войны по всем фронтам сдали. Потом очень резко. Ну что ж, первая сторона минус. Вторая сторона минус. Третью спушить не получится, поскольку там Т2 стоит. Но, в принципе, я думаю, на пинг довольны и таким исходом событий. Ну ладно, решили обойтись двумя сторонами, там, может быть, за Рошан забрать на самом деле, там второй по счету же, да, сыра и... Да, Рошанчик должен быть, правда, есть ли тут какой-то минус армор, чтобы быстро с ним справиться? Ну, что он под аурами нормально справится, и были бы еще некра. А, вот призвал. СМК тоже быстро справится. Воткнулся Манки Кинг с прыжка в пещеру Рошана, пришлось обходить. Достаточно быстро падает за счет аура биста, еще и некра дает тоже неплохой бонус. Ну и бы очень хотели посражаться здесь Pain Gaming, они даже вроде сюда стягиваются, но слишком долго восстают из таверны коры, и не удается предпринять никаких действий.
Вот это опять самое любимое. Не знаю, могу сказать, все-таки, наверное, в Южной Америке. Закупиться, остаться без байбека. Притом обе команды на данный момент тоже, в принципе, без байбека. Так что если Пейны вдруг ну, драку каким-то чудом, то можно пойти и в ответку. Как где-то Фурия и не только. Так, ну и Манки Кинг. Зацепили здесь, кстати, кого? Кого зацепили? А зацепили Чен. Ну, Чена быстро убили, Чен... Это потенциально сколько там? Как мы видим, без байбека. 25? Это потенциально 725 хп каждому. Да. Прыгает здесь Слардар, его мгновенно поднимают. Палка также залетает по Лешраку. Пытаются забрать хотя бы кого-то, но не получается это сделать. Кастабайл раскастовывает БКБ. Можно также арену здесь накинуть. Почему-то не решился это делать. Ну, вот два ультимейта, минус два сделали, но пик надо заходить, теперь спокойно ломать. Чего бояться? Ларка можно и так убить. Ну вот, несмотря на то, что у Сларка вроде куча артефактов на сейф, он сражаться при этом, к сожалению, не может. Надежда основная, судя по всему, была на бешеный урон от Лешрака, но Лешрака контролят, грамотно выбирают цель и быстро его убивают. Тут снэпфайр. Пол хп потеряла. Ну, как бы Мэнди прыгает. Мэнди прыгает, раздает даркпакт и упрыгивает обратно. Больше ничего он особо сделать не может. Так, это сейчас до конца, однако, сразу сверху прожимается, должна жить здесь все-таки обезьяна, а вот HFN опять погибает, Мэнди по тучкой, ему очень тяжело там подарен как-то драться, вот это тоже может догонять. Единственное, все еще ультимативно, он его не тратил, Сардар, так, вот БКБ, Мэнди можно грохнуть, пока УД не может ему убить. И все, похоже, драка отменяется. У пейнов, у них БКБ ничего не будет сейчас. Да тут игра отменяется для пейнов, мега-грипы. Да, да, там в любом случае мега-грипы, а нопик сейчас будет просто заканчивать. Да. Так оно и получается. Ну, тут уже, в принципе, прописывают. ГГВП отключается, Чен. И то, что вот происходит раз, дальше, не очень важно. И пошел переворот по графику. Ох. Ну, вроде бы все правильно делали Pain Gaming, но в какой-то момент пару раз очень качественно ошиблись, и по итогу даже бомбу на хайграунд к своему оппоненту особо не заходили. Ну, опять же, наверное, выбор артефактов, как ты, в принципе, как мы вместе подтверждали несколько раз, Пейнов тоже сыграл немалую роль. Ну да, можно выбирать артефакты, а можно, например, выбрать для себя новый ноутбук, если вы хотите. Acer Nitro 5, слышал, продается. Можно пройти по ссылочке тоже в описании, посмотреть, что к чему, закупиться новым ноутбуком и не лагать никогда больше в своей жизни. Да, а еще можно выиграть одну из крутых игровых консолей от Man Expert, которая тоже имя разыгрывается, соответственно. А вы, чтобы узнать, как их можно получить, переходите по баннеру снизу по трансляции. Ну, а мы уходим, собственно, на небольшую паузу и будем возвращаться на драфт второй карты.